Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла, который называется «Ракушка жемчужины». Для этого нам понадобится гелевый краситель «Василек», масло макадамии нерафинированное, одушка Yves Saint Laurent L, мика косметическая Sky Blue Mica, перламутр сухой, серебряный, мыльная основа и палочка для перемешивания. Теперь растопим мыльную основу. Мыльная основа растопилась, и теперь мы будем делать жемчужинку. Для этого я возьму перламутр сухой, серебряный. Краситель я добавлять не буду, она у нас будет белая, с таким приятным блеском. Я добавляю перламутр по своему усмотрению, достаточно ли мне будет блестеть эта основа. Вы также смотрите по своему вкусу, либо добавляете его больше, либо меньше. Ну, мне кажется, достаточно. Теперь добавим немножечко отдушки. Так как основы у нас здесь немного, поэтому перестараться тоже мы не будем. Я добавила 4 капельки. Также вы можете сами по своему усмотрению, может вы хотите слишком яркий запах. И теперь заливаем нашу жемчужинку. И ждем, пока жемчужинка застынет. Наша жемчужинка застыла, и теперь я буду делать и саму ракушку. Я добавляю краситель. И смотрю, достаточно ли мне цвета. Вы ориентируйтесь сами. Здесь где-то 3 капельки. Я добавлю, наверное, еще одну капельку. Хочу, чтобы ракушка была более насыщенного цвета. Вы можете добавить больше или меньше. Теперь я добавлю перламутра. Также смотрю, достаточно ли мне. Вы можете по своему усмотрению, чтобы ракушка блестела сильнее или просто переливалась. Я добавлю немножко больше. И нужно хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Но если комочки у вас получились и у вас не получается перемешать, не переживайте, они потом уже в самой формочке растворятся. Разойдутся и их не будет видно. Так, и добавлю еще немного, достаточно. Теперь я буду добавлять масло. Я добавила 6 капелек и отдушку. Так как у нас здесь основы довольно много, я добавила 9 капелек отдушки. Вы также смотрите по усмотрению, какой запах вы хотите достичь. Дальше я наливаю основу в формочку. Я достала мыло из формочки, и у нас получилась вот такая раковина. Я натерла перламутром саму раковину и жемчужинку. И вот такая вот раковина у нас получилась. Такая вот ракушка. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!